Итак, начнем. Сливочное масло. Добавить мед. Далее добавить сахар. И всю эту смесь перемешать и поставить на водяную баню на минут 5. Отдельно взбиваем 2 яйца с щепоткой соли до пышной массы. Вот примерно такой. Она должна увеличиться в объеме. Водяную баню отключаем и добавляем чайную ложку соды. Все хорошенько перемешиваем. Смотрите, какая масса у вас получится. Теперь в яичную массу добавляем нашу медовую и параллельно перемешиваем. Вот так. Далее добавляем постепенно муку и вымешиваем тесто. Много муки не добавляйте, тесто должно получиться липким. Далее обернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник на часика 2. Наше охлажденное тесто делим на вот такие вот кусочки. Берем один, а остальное убираем в холодильник. Раскатываем его нужного размера. Желательно делать это на пергаменте сразу, так будет удобно. Вырезаем в нужную форму. Это может быть обычная круглая, какая вам душе угодно. Вырезаем. Убираем лишние кусочки. Хорошенько прокалываем вилочкой, чтобы тесто в духовке не деформировалось. И отправляем в духовку буквально на 3-5 минут до румяности.